Садоводство сегодня стало выгодным бизнесом. Основная мысль встречи. В этом году на каждый заложенный гектар сада с повышенной урожайностью государство выплачивает фермеру или предприятию по 263 тысячи рублей. По расчетам Краевого министерства сельского хозяйства, за 5 лет рентабельность садоводства в Краснодарском крае выросла с 12 до 65%. Конечно, здесь и господдержка. Здесь ответные санкции, которые мы ввели, закрыв ввоз европейских фруктов и овощей, сорта, интенсивные технологии. Все вместе. Вот это сейчас, а при 65% рентабельности есть большой смысл заниматься садоводством. Всего в крае в этом году заложили порядка 1600 гектаров садов. В Анапе есть примеры получения государственных субсидий фермерами, а опытно-производственное хозяйство Анапа к концу года удвоит площадь яблоневых садов до 200 гектаров. Производители называют одной из основных проблем отрасли нехватку мощностей для хранения. У нас в том году 330 тысяч мы вырастили плодов, а хранилище у нас только на 140, и 200 тысяч тонн мы продаем в короткий срок за бесценок. По словам Владимира Гришко, средняя цена их яблок около 35 рублей. В магазинах минимум в два раза выше. На фермерских привозах порядка 55-60 рублей. 55 рублей – цена нормальная. В муниципалитете сегодня есть порядка двух десятков точек, где ежемесячно по расписанию проходит около 60 ярмарок. Сегодня это кратчайший путь к потребителю, который частично компенсирует нехватку хранилищ. С другой стороны, продукция на них всегда свежая. Мы сад предоставляем совершенно бесплатно. Единственное там условие – это в соответствии с тем требованием, которые мы выставляем, и низкие цены, качественная продукция по низким ценам для жителей и гостей нашего города. По словам заместителя главы Анапы, в городе намерены и далее оказывать всю возможную поддержку как крупным хозяйствам, так и фермерам. И отраслевики, и представители Минсельхоза считают, что в Анапе, традиционно виноградарской территории, фермерам стоит уделить внимание вишне, черешне, сливе, абрикосу, персику. Эта продукция будет востребована, тем более, если она свежая, только что с дерева на ярмарке привозе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.